Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите мне вас приветствовать на 5-м юбилейном Петербургском международном онкологическом форуме «Белой ночи». Наш форум растет. На сегодняшний момент зарегистрировано более 5000 участников. Это грандиозное мероприятие с привлечением спикеров из стран Европы, Азии, Америки. Все, что происходит в течение этих 4 дней в 13 залах и во многих операционных, находится в онлайн-трансляции и является доступным для любого уголка нашей страны. Желаю всем участникам плодотворной работы и интересного общения. Thousands of people were around. Really high level of conference. With education standard, with workshop. Это один из таких ключевых форумов, который, по крайней мере, сегодня помогает в решении поставленных задач. Extremely interesting, because we discussed the topic of decision making in difficult situations, such as, for example, deciding the diagnostic. От диагностики, скрининга, подходов к лечению, медикаментозных, лекарственных, хирургических. Cancer is the second cause of mortality in Russia, and it's very important to find ways to decrease mortality for cancer in the Russian population. Почему, в общем, и такое большое количество участников и серьезная регистрация? Они получат все ответы на целый ряд вопросов, которые у них есть. It's important to come to these conferences because it's all about exchanging knowledge and also exchanging experiences and collaborating and see what we can mean as each professional to each other. Общение с коллегами, обмен новыми знаниями, получение обратной связи. И, конечно же, это белые ночи, красивый город, это умные, сильные, красивые люди-онкологи, все, кто работает в рамках онкологии, потому что наша работа направлена на улучшение качества и жизни наших пациентов.